Какой человек-кот? Целый кошачий мир. В кинопостановке, в спектакле мы должны сами в себе найти нужные краски. Режиссер помогает, ты ищешь, мы работаем над ролью. Когда дублируешь, задача проще, и она иная. Ты уже видишь картину, и ты должен повторить ее. На меня напал полуторатонный бык. Вы уловили нечто в кошках. Возможно, потому что вы сами отщепенец. Действительно, актер на озвучке у микрофона, у него нет партнера. Он сам с собой. И нужно успеть вот сам с собой изобразить как бы диалог. Я рисую, чтобы обеспечивать 5 сестер, с которыми живу. И мы наняли гувернантку. Как вам удалось создать картины столь жизнерадостные, столь тяжелые времена? Я не знаю. Там много моментов, которые трогают, но самый важный, он как бы в середине фильма, персонаж признается в своих чувствах. Это было непросто сделать. Найти те же краски, как выразить, как признаться, как напоследок сказать что-то. Есть сложность жизни, но нужно все-таки смотреть на краски этого мира. Вам смешно, мистер Уэйн? Вовсе нет. И в то же время, когда ты их видишь и смотришь на них, не забывай о смысле, что происходит вокруг. И важно все-таки быть благодарным тем, кто внес какой-то смысл, какие-то краски в твою жизнь. «Кошачьи миры» Луиса Уэйна. В кинотеатрах с 21 октября.